Всем привет, дорогие друзья! С вами Эдхох Юга, и сегодня мы продолжаем наши приключения в мире покемонов. И сегодня я нахожусь в покемон-центре Цирулина. Цирулина — это такой город, со спортзалом даже говорят. Давайте все сейчас выйдем и просмотрим. Так, давайте зайдем в первую очередь в первый домик наш. Что тут можно? Дедушка с бабушкой живут. Привет, у тебя есть поле Верва? Нет, у меня нету поля Верва. Так. О, Своупок. Своубро. Не Своупок. Я уже думал, это Своупок. Так мало времени. Не знаю, где можно развеяться. Так, что у нас по деньгам? Давайте потратим все сразу. Шопиться пойдем. Так, купить. 3000 есть. Спрей, распылитель. Так, давайте купим пару будильников. Два будильника, пожалуй, понадобится. Противоядие. Так, зелье нам нужно. Есть суперзелье, кстати. Нет, мне нужно пока что просто зелье. Три зелья. На остальные деньги, пожалуй, купим 10 покеболов. Так. Так, давайте, пожалуй, пойдем обратно по той дороге. Поищем покемонов тут. Почему бы и нет? Манки, о! Покемон-боец. Так, ну для этого нам нужен другой покемон, такой как Пикачу. Так, вперед, Пикачу. Манки атакует. Пикачу, электрошок. Молодец, Пикачу. Есть. Пикачу, теперь твоя задача просто быстрый удар. Вперед, Пикачу. Есть. Пикачу, быстрый удар. Отлично. Ой. Сумка. Покебол. Использовать. Вперед, покебол! Отлично, у нас есть манки, седьмой покемон наш. Хочешь дать ключ к этому манки? Нет, пока не хочу. Так, идем. Что у нас? Ротат. Прости, братан, но ты у меня уже есть. Второй ротат мне не нужен. Так. Чё, мы, кстати, теперь туда попасть не можем, что ли? Да ладно. Окей. Наверх. Так, что у нас тут, кстати? Так, посмотрим, что у нас тут есть. Только лучше покемоны могут собирать значки. Ой, покемоны, тренеры. Про какой значок тебе рассказать? Так, давайте посмотрим про огненный значок. Немного увеличь. Также два покемона смогут использовать водопад вне боя. Так, давайте, у нас есть каменный. Атака всех твоих покемонов немного увеличится. Покемоны используют свет вне боя. Так, про водяной значок, который мы получим, покемоны до 30 уровня, полученные по обмену, будут слушаться тебе. Также твои покемоны смогут использовать разрубание вне боя. Так, ой, это тоже было. Громовой. Скорость всех твоих покемонов немного увеличится. Также твои покемоны смогут использовать полет вне боя. Вот. Громовой значок самый полезный. Мне кажется, радужник. До 50-го полученный по обмену будет слушать тебя. Твои покемоны смогут использовать мощь вне боя. Золотой. Немного увеличится. Плавание вне боя. Ладно, тут уже не важно особо, что у нас тут. Что-то у него
Какая-то грядка, сад, огород. Ладно, давайте зайдем в домик рядом. Привет. Фруктами. Ну, допустим, да. Ни одного. А, нам нужны фрукты. Окей. Нету у нас. Обидели нас. Так, полицейские этот дом недавно ограбили. Очевидно, что за этим преступлением стоит команда «Ракета». На поимку воров брошены лучшие полицейские. Итак. Наша задача сейчас главная в этой серии — получить значок. О, вот, кстати, магазин велосипедов. Новенькие велосипедики, смотрите. Там даже что-то типа мотоцикла есть. Хотя это нифига не мотоцикл. Мне нужен городской велосипед. В конце концов, на горный велосипед не поставишь корзину для покупок. Так, пацан, велосипед — это круто, но дороговато. Привет, добро пожаловать в наш магазин. Нужен велосипед? Миллион долларов! Ой, поки долларов. В другой раз, ты что? За миллион поки долларов, я уверен, машину можно тут купить, если бы она была. Так, давайте побежим чутка. Побегаем, посмотрим, что у нас да как. Все дело тут обстоит. Так, наша задача, кстати, сейчас не забывать про прокачку Пикачу. Чего у нас Пикачу такой помятый? А, он уже посражался, точно. Давайте подлечим его. Так, 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 все отлично. Пикачу, Пикачу, Пика, Пикачу. О, Гарри, йоу, Эдхо. Как твои успехи в ловле покемонов? Собрал команду из самых сильных покемонов. Сейчас я тебе все продемонстрирую. Гарри, привет, давно не виделись. Что у тебя там? 4 покемона, у меня 6, добро пожаловать. О, Пиджот у него тоже есть, 17 уровня. Думаю, Пиджот посильнее, чувак. Как и мой Чермандер, Чермиллион. Получай уголька. Пескоструй, ух. Пескоструй плохо. Ух, клюнул он нас. Угли, мы промахнулись из-за того, что на нас кинули одну способность Пиджота. Так. Уф, Пиджота сильный. Угли, все, Пиджота, прощай. Уф, пропустить Сквиртла. Да, я хочу поменять покемона, и это будет мой Пикачу. Пикачу вперед. А почему Сквиртл? Он у него еще не эволюционировал, что ли? 18 уровня вроде, what the fuck. Ну ладно. Так, раскат грома. Вперед, Сквиртл. Парализовали мы Сквиртла. Нужно защиту Сквиртл снизил. Пикачу, это твой шанс. Давай, Пикачу, электрошок, жарь. Ой. Да. Вперед, давайте будем с быстрым этим использовать. Электрошок. Отлично. Ух, нифига он за нас. За раз нес просто. Нидран, вперед. Выпад. Нидран, молодец. Ну, теперь Нидоран все получит, все призвание, 253 опыта. 11 уровня Нидоран наш. Почти 12-го. Абра, ого! Очень хороший покемон также. Давайте поменяем на Чармиллиона. Чармиллион вперед. Абра. Уф. Не сработало. Ха, телепорт не работает в битвах с тренерами. Получай, Абра. Чармиллион, молодец. 249 очков опыта, 19 уровень. Новая атака на 20-м, по-моему. Так, кого он там собирается выпускать? Ротату, что ли? Если Ротату, то вот. Получай моего Ротату. Молодец, Чармиллион. Ротата вперед. Ротату на Ротату. Него, конечно, сильнее Ротата.
Ого, насколько сильнее. Смотрите, как мой удар его снес, и как его удар я снес. Ну все, Ротата легко сгрыз моего Ротату. Так, Нидоран вперед. Выпад. 5, нифига. Ты мощный. Ох, отравился, есть. Я этого и ждал. Выпад. Еще и страдает от яда. Наши шансы равны. Нет, не равны. О, у меня есть, кстати, одна мысль. Выпустим Маджикарпа. Маджикарп вперед. Ха-ха-ха, и весь опыт достался Маджикарпу. Вот так вот и прокачиваем Маджикарпа, ребят. Маджикарп всех выиграл, йоу. Маджикарп крут. Я бы убил его, он показал мне свою коллекцию редких покемонов. Я занес тогда мне свой покедекс. Бил известен по всему миру как покемоньяк. Это он разработал систему хранения покемонов на компьютере. Ты ведь пользуешься его системой, так что сходи, поблагодари его. Ладно, я пошел дальше, увидимся. О. Ах да, верно. Мне жаль тебя, серьезно, ты все время позади меня. У меня есть для тебя кое-что в подарок. Дневник. Эдхо кладет дневник в карман важных вещей. Эта штука пригодится тебе. Это ни к чему, я и так все помню. Так что теперь я действительно ухожу, пока. Так, а что за дневник нам дали? Давайте посмотрим. Дневник. Устройство, запоминающее увиденное и услышанное о важных людях. Профессор Оук. Собрать все виды покемонов на свете. Это всегда было моей мечтой. Так. Профессор Оук, эксперт по покемонам. Многие известные тренеры получили своего первого покемона именно у него. Да, это все, с кем мы разговаривали. Брок. Вы помните, сила моего друга... Ой, сила моего духа передается моим покемонам. Все мои покемоны тверды, как камень. Да, мои покемоны каменного типа. Ну, это все, ребят, помните. Бил. Каменный шар. Каменилость древнего покемона, жившего на океанском дне. Так. Учебное ТВ, ладно. Сколько там уже серия идет? Ну, серия только начинается, 12-я минута. Так, нет, нам нужно подлечиться. Причем конкретно, у нас там все подохли. Давай, я верю, уф. Давайте поговорим с людьми, может, что интересное скажут. Это Билл. Я слышал, что он на все готов ради редкого покемона. У Билла много покемонов, даже редкие. Зайди наверх, поменяйся покемонами с друзьями. Можно выменять какого-нибудь редкого покемона. Покемон, которого ты получишь по обмену, еще будет быстрее расти. Ты знаешь Билла? Все говорят, что он покемоньяк. Я думаю, ему просто завидую. Ведь Биллу действительно есть чем похвастаться. Весь город говорит о Билле. Ну ладно, с этим Биллом мы встретимся обязательно. Вы не волнуйтесь. Тоже насчет Билла. Если вы тоже в этой теме. Побежали на мостик. Мостик. Мостик, мостик, мостик. Так, давайте теперь выпустим кого? Выпустим мы Чармелеона. Я не знаю даже кого. Пикачу давай. Мы должны качать нашего Пикачу. Если одолеешь пятерых тренеров, то получишь ценный приз. Справишься? Так, давайте будем пытаться сегодня в этой справиться, а в следующей серии попробуем покорить тренажерный зал. Катер 50-го. Нормально. Пикачу 11-го. Пикачу, электрошок. Молодец, Пикачу. Нашу меткость понизили, а скорость. Опять скорость понизили. Пикачу, электрошок, прощай. Видел? Нет, я не буду менять Пикачу, молодец.
Надеюсь, ты успеешь выучить новую атаку. Что-то они все нас клеят, клеят. Не надо ко мне клеиться, а. Получай. Жало. Ой-ой-ой, это плохо. Фуф, мы не отравились, это хорошо. Все. Прощай, видел. Пикачу, молодец. Метапод. Нет, я не буду менять. Метапод атаковать не умеет. Ну и, конечно же, после метапода будет Кокуна, скорее всего. Ух, молодец, Пикачу. Снес, как снес. Сброс позже. Ух. Пикачу, быстрый удар. Отлично. Пикачу 12 уровня. Кокуна, да, я так и знал. Пикачу, быстрый удар. Не пофиг на твою твердость. Электрошок. Так, все. Пикачу, молодец. Просто браво. Брависсимо. Выиграл в первого. Думаю, выиграет и второго. Кто? Вторая. Привет, вторая. Три покемона. Пиджи. О, зря ты так. Получай электрошок, Пиджи. Вихрь. Это не очень эффективно, да, против Пикачу. Быстрый удар. Бай-бай. Одиш. А вот Одишу... Одишу надо менять. Так, Пиджиота вперед. Пикачу реально молодец. Одиш. Вихрь вперед. Все, снесли мы Одиша. Пиджиота 19 уровня. Бауспрут. Ожидаемо. Бауспрут также повержен. Вперед. Молодцы, ребята. Второй тренер повержен. Третий тренер. Я третий, легко не будет. Хорошо, Сеншоу. Пикачу, вперед. Раскат грома. Но Сеншоу это не подействовало. Ладно, электрошок, вперед. Сеншоу неуязвим к этой атаке. Ух, хорошо, чтобы мы хоть его парализовали. Чармелеон, вперед, я выпускаю тебя. Чармелеон, когти. Чармелеон, угли. Ух. И Чармелеон, когти. Отлично. Пикачу, Чармелеон, молодцы. Эконс. Нет, менять я не буду. Враг Эконс снижает атаку противника способностью запугивания. Ладно, ладно. Снизил, говоришь? Получай. Получай. Малыш Тимми повержен. Третий тренер. Уф. Четвертый тренер. Покемонов. У него всего два покемона. Это Нидоран. Хорошо нам знакомый. Электрошок Нидоран. Электрошок. Электрошок. Ух, Пикачу повергли. Так, ну Нидоран вперед. Нидоран против Нидорана. Готовность. Я готов нападать. Нидоран, выпад. Ух. Нидоран, выпад. Не этот Нидоран, выпад. А вот этот есть. Фух. Давай, 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 Нидоран, не промахнись. Молодец, Нидоран, ты сможешь. Yes, мы выиграли 16 уровня Нидорана своим Нидораном. Наш Нидоран набирает 12 уровень. Это хорошо, и у нас выучивает новую атаку 2 пинка, который сейчас использовал тот Нидоран. Так, давайте поменяем покемона. Поменяем на Ротату. Ротата вперед. Ротата, быстрый удар.
Молодец, Ротата. Ротата отравился. А не тут-то было. Противоядие. Так, это мне не надо. Вперед, Ротата. Быстрый удар. Ой, снесли Ротату бедного, затоптали. Ну, недооценивал я тебя, чувак. Чувачка. Получай. Вот и все. Ну да, вот и все. Как, есть же Луни Тюнс, вот и все, ребята. Ну и последний тренер наш. Там еще какой-то пятый. Ой, шестой, вернее, есть. Надеюсь, мы с ним сражаться не будем. Так, турист Итан. Всего один покемон, у него манки, и он 18 уровня. Это хорошо для Пиджота прокачаться. Пиджота вихрем сдует его манки. Отлично! Одним ударом Пиджота, молодец. Просто молодчинка. Быстрый удар. Двумя ударами снесли самого сильного покемона из этой аллеи. Молодцы мы. Да, не слабо. Да, не слабо, вернее. Поздравляю, тебе удалось победить пятерых тренеров. Позволь вручить тебе приз. Самородок от загадочного тренера. Самородок, карман вещей. Между прочим, ты не желаешь топить команду ракетам, а профессиональная преступная группа, специализирующая на покемонах. Это чё, чувак из команды ракета? Присоединяешься? Нет? Точно? Я пробую переубедить тебя. Я сделаю тебе предложение, которого ты не сможешь отказаться. О, так это чувак из команды Рокет. Эконс, окей, Пиджота вперед. Пиджота вихрь. Пиджота вихрь. Ух, укусили нас. Еще и захват работает. 44 хп у нас остается. Быстрый удар, отлично, Пиджота, молодец. Зубат. Меняем Зубата на Чармелеона. Ой, Зубата, Пиджота. Чармелеон, вперед! Ну снеси ты этого Зубата, покажи всю силушку богатырскую. Укус вампира. Не очень эффективно, да. А ты что думал, в сказку попал? Получай угли. Обожгись, Зубат. Ух, почти Чармелеон 20 уровня, как и Пиджота. Фуф, мы выиграли мы всех шестерых тренеров. Твой талант мог бы сделать тебя боссом, командир Кит. Подумай об этом, такой шанс выпадает раз в жизни. Нет, чувак. Так, что у нас? О, Одиш! Одиш, Одиш, это хорошо, можем поймать. Так, лишь бы сильно не покоцать. Ох, видите, что Одиш умеет? Лечиться. Это хорошо, хорошая способность. Так, Одиш полечился чутка, маленько. Покемон, так, Пикачу у нас мертв, ладно. Была не была, покебол, вперед! Одиш, 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 Одиш! И восьмой покемон наш, отлично. Мастер ловли покемонов Эдхохьюга. Логическое название Одиум Вандерус. Говорят, по ночам он проходит на своих корнях до 1000 футов. Нифига себе, цветочный покемон наш Одиш. Так. Возьмем мы сейчас нашего Одиша, он нам поможет в битве с Мисти. Катерпи тут есть. Ну, посмотрите только. Катерпи еще один. Еще один Катерпи. Ну, вроде бы одни Катерпи и эти водятся. Только видовые, да? Это я хотел сказать всем, что напомнил.
Да ладно, задолбал, ты видел? Вот так тебе. 20 уровни, халявный. Ураган. О, вот это вот крутая атака. Да, ураган, место. Ураган, получается, вместо всего 35, точность 95. Толчок нам не нужен. Ураган, отлично. О, опять же. Нет, спасибо. Ясно. Никого интересного тут не найдем мы. Что у нас тут? О, кибольчик. ТМ-45 флирт. Прикольная способность, я знаю ее. Так, тут у нас тоже довольно много тренеров. Так, мы пока сюда, скорее всего, не пойдем. Но мы пойдем лечиться. Фу, нифига ж скоростной. Ботинки плюс супер ускорение. Так, теперь мы, получается, берем вот так, пока била. Оставляем тут Маджикарпа в первую ячейку. Так, и забираем нашего, получается, Одиша 14 уровня. Команду Одиш, добро пожаловать. Нам он поможет в битве против Мести. Давайте попробуем с одним из тренеров в зале Мести сразиться. Сколько у нас серии идет? Ну, серию пора заканчивать, ребята. Это уже сразимся в следующей серии. Ладно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Твухюга. Всем до новых встреч. Всем пока.